Володя, давай, пока он наряжает свои петарды, расскажи о себе. Готов? Я работаю в МЧС со Ставрополя. Грэпплингом в клубе Ной и боями тренер Сарой Ярсен. Понятно. У тебя уже есть какие-то выступления до стрелки? Не, нигде нету, только по любителям. Только по любителям. Ты готов? Вала, запускай! Он готов. Ты готов, самое главное. Давайте, парни, покажите красивый бой. Там ты не будешь говорить. А он после турнира, ой, после боя сказал, все расскажет. Переговорили с ним. Ну, хорошо. Давай, Слав, все в твоих руках. Парни на середину. Завтра в 3:30 пораньше приезжать. Давайте покажем честный, красивый поединок. Руки пожали и по углам. Илюх, кто готовится? Итак, готов? Парни, канаты отпустите. У вас очень большой выход уже там сделан. Готов? Бой, поехали! Дамы и господа, осталось 3, не закручиваем их боя, смотрим продолжение. Демченко, Владимиров готовятся. Два хорошо подготовленных парня. Слышь, потом поснимаешь, дай нам бои посмотреть. Колени! Так, слушай, ну-ка, камера не хватает. Стоп! О, остановка, и есть победа! Досрочная победа! Парни на середину. Оператор ходить будет, а он ходить не может. Давайте, все, все отсюда, туда, назад, туда, 3 метра. Парень на коробку удавления, выскочил в ринг. А победа вот она. Аплодисменты! Аплодисменты! Слушай, ну это было не короткое, это было супер короткое уведомление, не жалею, что вышел. Да, парни, дайте оператору походить, иначе мы ничего на YouTube. Много напропускал, как себя чувствуешь? Нормально. Все, оно вскользь, да? Пойдет, нормально. Фу. Давай, готовься или скажешь, пару приветов людям передашь. Я хочу сказать спасибо, что все-таки дали возможность выйти. Показал, конечно, не то, что хотел. На стрелке уже не первый раз. Немножко испортил мне рекорд. Был 6-1, сейчас 6-2. Парни, вот лимит. Вот, поэтому, ну ничего страшного, есть значит, к чему стремиться. Время еще есть, наверстать. Местечко. Однозначно, спасибо тебе, тренируйся, поправляйся и приходи побеждать. Ну а мы переходим к МЧСнику из Ставрополя. Давайте аплодисменты. Это был 20-й бой первого турнира нашего сезона. Слово тебе. Ну хочу сказать спасибо своему оппоненту, то что вышел, не побоялся, это уже победа. Хочу сказать спасибо своим тренерам. Спасибо человеку, который меня подбил спонтанно. Говорит, поехали, подерешься. Ну, поехали, ладно. Хочу передать привет своей пожарной части. 14 ПСЧ. Всем привет. Я победил. Я думаю, вы увидите бой. Спасибо вам, организация. Спасибо тебе, МЧС рулит. Стрелка рулит. Триколор, большой эфир. Мы продолжаем. Остается не так много боев. Давай, но мы продолжаем. Каких-то